На сегодня в нашей области зарегистрировано 459 тысяч автомашин. Среди них 15 309 автобусов и маршрутных такси, которые участвуют в пассажироперевозках. За 11 месяцев этого года на территории области произошло 29 ДТП с участием пассажирского транспорта, в которых 4 человека погибли и 47 получили травмы. По сравнению с прошлым годом количество ДТП снизилось на 21% и на 84% снизилось число погибших. Несмотря на улучшение показателей в целях дальнейшего снижения числа дорожно-транспортных происшествий, с 16 по 21 декабря полицейские провели оперативное мероприятие «Автобус» по профилактике нарушений среди водителей пассажирского транспорта. В результате рейдового мероприятия было выявлено 77 нарушений правил перевозки пассажиров. Случаев остановки и высадки пассажиров со второй линии зарегистрировано 126 и 84 нарушения высадки и посадки пассажиров в запрещенных местах. На всех нарушителей были заполнены административные протоколы. Всего же за один месяц к административной ответственности были привлечены 534 водителя. В ходе последнего рейда мы выявили 4 водителей, управлявших автобусами без документов. Эти автобусы были заключены на автостоянку. На 3 водителей, грубо нарушивших правила дорожного движения, были составлены протоколы и материалы, отправлены в административный суд для дальнейшего принятия решений. Такие же рейды полицейские будут проводить и в дальнейшем. Сотрудники административной полиции провели разъяснительную работу с представителями и водителями автомобильных компаний. Цель беседы – предотвращение ДТП с участием пассажирского транспорта. Мы показали им ролики, к чему приводят нарушения правил дорожного движения. Также рассказали о наиболее распространенных правонарушениях и напомнили об административной ответственности. В свою очередь, транспортники заверили, что сделают все для предотвращения дорожно-транспортных происшествий. Мне не дадут соврать, вот здесь вот инженер Эльмар и Маке, ваши велики. Мы вот эти вопросы, которые сейчас показали по телевизору, на каждом совещании по вторникам обсуждаем. Вот эти проблемы, которые вот сейчас вы видели по телевизору, да, мы эти проблемы все знаем, боремся, вы тоже это ощущаете на себе, чувствуете, видите.